Найден предположительный источник нефтяных пятен в Абаканской протоке. Сегодня специалисты обнаружили незаконную врезку в трубу сброса теплой воды Красноярской ТЭЦ-2. На место выехали представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, полиции, мэрии и коммунальные службы. В коллектор спустили специального робота с камерой, который показал, что врезка ведет к территории, на которой расположен автосервис. Его хозяин специалистов на свою территорию не пустил. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.